Всем привет! Везу новую печку, землянку. Честно говоря, уже подустал. Печка весит 19 килограмм. Сегодня установим новую печку. Приготовим чего-нибудь вкусненького. Сейчас еще отпилю бревешечку. Потом расскажу, что хочу сделать. Еще где-то полкилометра, наверное, полез. И придем уже. Также еще есть работы там по землянке. Ну, все увидите. Сейчас отпиливаю бревешку и пошли дальше. Не покупайте такую пилу никогда. Полное говно. Сейчас покажу даже название какое. Рублей за 400 я покупал в прошлом лет зимой. Самурай. Херня полнейшая. Такую бревешку пилил полчаса. Устал больше. Следы. Вон след идет козликов. Были. Но что-то они, им тоже не понравился мой хлебушек, походу. Сегодня фотоловушку снова взял. Поставлю. Там тропа видел. Ну не знаю, снова может хлеб на эту тропу положу еще. Там сухари у меня сейчас есть. Если хлеб мой не понравится, может сухарики погрызут. Вот возле этой тропы поставим ловушечку. Ну все. Пришли, можно сказать. Сегодня, наверное, буду убирать это все. Коптильню эту прикрою, ну, присыплю. Чтобы ничего не видно было. Привлекает она внимание, это коптильня. Козлы тоже уберу. Вот. Следующие землянки будет уже и коптильня, и все. Там, где никто не увидит. Здесь она внимание привлекает. Коптильня торчит, ее увидят. И землянку тоже. Ладно, пойдемте в землянку. Козлики прям по землянке у меня тут носятся. Вон следы. Снежку что-то намело. Тяжело стало. Но убрать можешь маленько. Маленько уберешь, тоже уже заметно будет. В этом месте. Ну здравствуй, землянка.
мышки тут маленько хозяйничают, пока меня нет. Надо будет унести мусор. Вот такой вот у меня светильничек, если кому-то интересно. С четырех сторон и снизу светит. Вот эти еще отгибаются. Но можно направлять куда хочешь. Недавно купил. Аспиратор покупал. В фикс-прайсе. Там за 250 рублей такая длинненькая. Херня полная тоже. Не, на неделю, наверное, на две хватило. Потом светодиоды это кончились. Еле-еле стало светить. И фонарик тоже там такой же. Фуфло, короче. В фикс-прайсе. Так. Иногда что-нибудь где-нибудь подсветить только. Еще аккумулятор тоже неделю или две назад купил. Мотоциклетный. От мотоцикла. 12-вольтовый. Те аккумуляторы от болгарки. Что-то жалко. Потом они дорогущие. Покупать-то их. Аккумулятор 1000-1500 стоит всего. А аккумуляторы от болгарки, если потом покупать, они по 3500 дороже будет. Он маленько тяжелее, но зато его хватает надолго вообще. Так вот. Сейчас будем демонтировать эту печку. Сперва печку поставим. Чаю погреть. Попить чайку. Печку обновим. Надеюсь, все будет работать. Наконец-таки. Замаялся я с этой печкой все-таки. Решил купить. Тут она как-то и это... Из барахла сделано, блин, маленько неправильно. Первый блинком тоже, как говорится. Ну ничего, ту печку я купил. 4000 всего она стоит. Видимо, продавец недавно начал продавать. И пока еще цены у него недорогие. Если кому-то интересно, пишите. Найду, там ссылку вам скину. Печка разборная. То есть, ну, удобно ее перетаскивать. Только минус, что она тяжеленная, 19 килограмм. Без санок уже трудновато будет дотащить. Ну, по качеству нормально. Толщина металла 2 миллиметра. В принципе, это хватит такой надолго. Посмотрим. Ну, пока минусов. Ну, минусов так-то вроде не было, ничего. По сборке только, не психовать. Бывает, что складывается. Там по очередности надо соблюдать, чтобы она собралась. Ну и все так-то нормально все. Ладно, демонтируем эту печку. И ставим новую. Готовенько. Кирпичики нам еще сгодятся куда-нибудь.
печка собрана. Нижний слой, наверное, на кирпич убавлю. Может, и на два. А может, вообще все придется убирать, чтобы в дымоход попасть. И там тоже уберу кирпичи. Вот так вот только получилось сделать. Здесь кусок вставлять пришлось, большие трубы отрезал. Тяга должна быть. Железную бы трубу туда тоже пустить. Не хотел я вот здесь, чтобы асбестовая труба была. Как вы уже знаете, что они бывают и взрываются от нагревания, а здесь будет нагревание хорошее, в глаз прилетит. Так может, потом докуплю трубу железную, поставлю туда. Вот так вот получилось. Сейчас и места больше стало, и печка греть будет лучше. Короче, красота. Будем пробовать затапливать. Ну, сперва три поляшка затоплю на всякий случай. Вдруг придется тушить. Короче, что-то из дверей больше дыма, чем из трубы. Не знаю, надеюсь, сейчас раскочегарится. Походу, все-таки надо трубу. Я не знаю, сейчас зимой-то, блин, там все замерзло из этого, не хочу переделывать. Трубу, что ли, все-таки из-за трубы переделывать придется ее. Ё-моё. Тяга есть, но
То, что здесь все не плотно. Не знаю, сейчас посмотрим. Маленько раскочегарится. Да. Опять все через жопу, как говорится. Надеялся уже, что мои мучения кончились с этими печками. Но нет. Надо делать трубу. Копать здесь, все разбирать это. Покупать трубу. Подходящую по диаметру. Да, но это уже в следующих сериях будет. Ладно, что. Пойдемте сейчас ловушечку поставим. Соль, сухарики. Прикормка будет на тропинке, на той, которую я видел. На соль-то точно должны клюнуть. Соль-то они любят. Надеюсь, в этот раз лучше получится заснять. В прошлый раз, видите, там ночью была, мимо проходила. Маленько постояла там что-то. Далековато было. Ни из этого не видно. Сейчас поставим ловушечку, прикормку положим и будем жарить купаты. Пообедать уже надо. Есть захотел. Необычным маленько способом пожарим. Сейчас все увидите сами. Здесь вот такая вот хорошо натоптанная тропинка у них. Вот здесь прикормку положу. И вот тут на ближайшее дерево, чтобы видно было их, повешаем ловушечку. Все посолим, поперчим, будет вкусненько. Thank you.
Вот и вся демонтирована. Так будет лучше, мне кажется. Меньше внимания привлекать. Зря я начал тут обустраивать. Сразу вон следы появились. То все. Козлы сейчас тоже утащу куда-нибудь. Подальше. Из этого пенька. Сейчас у нас будет мангал. Будем жарить шашлыки с купатов на финской свече. В финской свече, точнее. Обжарка со всех сторон будет. Переворачивать не надо будет. Землянки вообще жарко уже было бы сейчас, если не дымно. Так заходишь, даже с открытой дверью уже тепло. А если бы была закрыта, можно было париться уже, наверное. Не, печка-то хорошая, но с дымоходами надо только проблему решить. И красота будет. Париться, наверное, можно вместо бани будет.
Ну вот. Чего и требовалось ожидать. Пока я там на улице был. Хорошо, что был на улице. Труба взорвалась. Понятно, все, ладно. Будем трубу покупать-то, что делать? Делать дымоход другой. Надеюсь, там не сильно замерзло, там листьев вроде много было. Сделаем в следующей серии. Дымоходик. Шашлычок вот так сделал. Жарится там. Кошечка сейчас запеним, пока жарится обед. Короче, это финская свеча, полная херня. Ни боком, ни передом. Все разваливаться. Посмотрел тоже этого адвоката Егорова. Оказывается, и сосиски пожарить так херово. Херня полнейшая. Я уж думал, хоть в этом он не обманул им. Он, видимо, за кадром что-то делал. Все разваливаться. Боком, если как у него тухнет все. Короче, сегодня, походу, день какой-то через задницу. Вот так вот как-то еще можно маленько жарить. И то постоянно тушить надо. Насмотрелся тоже, блин, всяких адвокатов. Лучше обычно кирпичи поставил, да пожарил бы нормально. Да. Печка сегодня. С печкой не получилось. С сосисками тоже. Денек не задался. Ну ладно, вроде дожаримся как-нибудь-то потихоньку. Если не развалится до конца. Повырезать тоже не получится. Фига ли там холодно. Так что покушаем сейчас, насобираться, идти за трубой. Вот так вот. А я-то что, показываю все как есть, ничего за кадром не оставляю, не обманываю. Смотрите, как оно есть.
Вот так вот. Такие бывают деньки. Сейчас, наверное, с сосновым дымом провоняет. Горькой будет. От сосны-то. Не коптят на сосне. Дыма много. Ну попробуем потом. Многие блогеры так делают. Что-то не получается, вырезают просто за кадром. Ну, например, вот эти же сосисочки. Взяли, пожарили на сковородке или где в другом месте, на другом мангале. А потом снимают, как это, типа пожарили на этой, как хотели. Вот, все разваливается. Ну, а в принципе-то вроде уже заготовились. Так что... Вот так вот бывает, все в прямом эфире, как говорится. Все, снимаем. Думаю, дожарились вроде так. С виду. Внутри, не знаю. Выглядит аппетитно и пахнет нормально вроде. Выглядит прожарен вроде. Не горчат. Я думаю, горчить будет. Не сильно, видимо, пропитали, не успели пропитаться дымом. Ну, всем приятного аппетита. Хоть что-то сегодня получилось, более-менее. Хотел вырезать кое-что. Ну ладно, потом все расскажу вам. Есть планы, какие у меня. Сегодня, не знаю, так уже замерз полдня. Снимать ничего не буду. Смотрите в следующих сериях, там будем делать трубу. Надеюсь, все получится. Вырежем. Ну ладно, сейчас скажу, что хочу вырезать скульптурки. Попробовать там кенди. И, ну, там я выставлять буду на Авито, на Юле. А с продажи, с этих денег будем на благотворительность зверушкам. У нас в городе есть Дари Добро, такое это, сообщество. И вот там
животным требуется всегда помощь. Будем туда жертвовать денежки. Кстати, что вырезать, продаваться будет. Если кому-то нужно будет, ну, понравится скульптурка или что-нибудь будем делать. Буду оставлять ссылки на ВКонтакте, можете обращаться. Отправлять буду с там, почтой или с деком. Вот так вот, такие планы. Ладно. До скорых встреч. Всем пока-пока. Извините уж, что такая серия получилась. Ну, бывает. Как есть, так и снял. До скорых встреч.